Всем привет, друзья из Стамбула! Сегодня мы приготовим настоящий турецкий кофе, и его приготовит наша турецкая родственница Арзу. Şimdi her fincan için bir tatlı kaşığı kahve koyuyoruz. Orta şekerli yapacağız. Her fincan içinde ikişer tane kesme şeker koyuyoruz. Sonra suyumuz, soğuk suyumuzu ilave ediyoruz. Güzel şöyle bir karıştırıyoruz. Sonra kısık ateşte kahvemiz kaynayana kadar yavaş yavaş pişiriyoruz. Кофе готовится в специальной турке, она по-турецки джезве называется, и туда ложится сразу кофе, сахар, потом заливается вода, ну вода, вы видели, рассчитывается сразу маленькими чашечками, и вот ставится на огонь. Kısık ateşte o kendi kendine pişecek. İçeri demeden. Так, вот кофе, который использовала Арзу, она его покупала в магазине специй и сразу там его перемалывали. Вот, настоящий турецкий кофе должен быть вот такого мелкого-мелкого помола. Он выглядит как мука. Ну и известные марки турецкого кофе в упаковках. В магазине, допустим, вы можете купить Мехмет Эфенди и свежемолотый в Эминию на базаре специй. Будем готовить наши стаканчики. Кофе подается в специальных маленьких чашечках таких, по-турецки финджан называется. Вот. И ими сразу мы видим, что измерялось количество воды, которое будет вариться в турке. И каждой чашечке подается маленький стаканчик с водичкой. Это чтобы как бы вкус кофе чувствовался. То есть после каждого глотка запивается. Кахвемиздин янына олмасы олмамыз, лукумумыз. И кофе традиционно подается с лукумом. Şöyle köpüklerimizden alalım. Fincanlarımıza kaynamadan önce kahvenin köpüklerinden. Так, через несколько минут начала образовываться первая пеночка, и мы ее снимаем и по одной ложечке раскладываем в каждую чашечку. И дальше кофе продолжает готовиться на медленном огне. Впервые кофе был завезен в Турцию в 16 веке. По легенде, его привезли сирийские купцы. И первое время этот ароматный напиток могли себе позволить только султан и богатая аристократия Стамбула. Так, считается, приготовление кофе, умение приготовления кофе женщинами считается очень важным. Еще во времена Османской империи наложниц в гареме обучали этому процессу. Ну и сейчас, как бы, девушка, то есть, когда парень приходит к девушке свататься,
Вот, она тоже подает ему кофе. И часто это бывает с каким-то солью или перцем. И в знак того, что он ее любит, он должен выпить его за один раз. Так вот, получается, чашечки. Вот, и в каждой чашечке по одной маленькой ложечке пены, которая вот сразу образовалась, когда вода стала нагреваться и пузырьки подниматься. В кофе очень важна именно пенка. Так медленно-медленно начинает закипать. Нам нужно не пропустить тот момент, когда нужно снимать его с огня. Şimdi kapatıyorum. Все, готово. Fincanlarıma döküyorum. Önce yarım yarım. По половинке. Так, и теперь вторую половинку. Все, кофе Oldu. готово. Hazır? Hazır. Gidelim. Так, все, кофе готово. Видите, какая пенка ароматная. И запах тоже очень вкусный. Все, нам приятного аппетита и вам тоже. Пока. После того, как кофе выпито, традиционно гадают. Для этого необходимо перевернуть блюдечко. Так, блюдечко вот закрыть им стаканчик, вот так вот помешать немножко, перевернуть. Вот. И дальше мы ждем, когда чашечка остынет, можно будет почитать свое предсказание.